Латвия продолжает вооружаться. Уже осенью на балансе национальных вооруженных сил появятся первые самоходные гаубицы, которые страна намерена закупить у Австрии. Как и в следующие, в прошлом масштабной закупкой бронемашин у Великобритании, самоходная артиллерия будет не новой. Австрия закупила их у той же Британии в середине 90-х. Цена одной боевой единицы в зависимости от модификации колеблется от 60 до 140 тысяч евро. Гаубицы модернизированные до сих пор находятся на вооружении самой Австрии. Те конкретные гаубицы, которые мы планируем купить, находятся в состоянии консервации. Это означает, что ими практически не пользовались или пользовались очень мало. Дальность выстрела 22 километра. В минуту эта техника способна произвести до 12 выстрелов. В общей сложности Латвия намерена купить 47 боевых единиц. Договор на покупку гаубиц М109 предусматривает закупку мобильного центра управления огнем, а также платформу для обучения водителей. Отметим, что техника семейства М109 является самой популярной системой непрямой поддержки огня западного производства среди механизированных пехотных дивизий. В настоящее время на вооружении Латвии гаубиц нет.